Но поскольку подсолнухи тоже уже полностью созрели, и птички активно их клевали, 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 стало им неудобно клевать. Уже заморозки сильно повредили все подсолнухи. И вот, чтобы помочь птичкам, были отрезаны все головки подсолнухов, и они выложены для удобства использования птичек. Они это сразу все поняли, оценили, с удовольствием теперь клюют подсолнухи, уже которые лежат на земле. Эти подсолнухи подсыхают постепенно и потом тоже будут использованы в качестве топлива для печки. Как подсказали знающие люди, это прилетела очередная стайка дубоносов. Интересные такие птички. Какие-то они очень непугливые, даже подпускают довольно близко. Может быть, ко мне уже привыкли? Не знаю. Ну, практически не очень-то боятся. Надеюсь, скоро они очистят все вот эти вот головки от последних семечек. И тогда можно использовать эти остатки для топлива. Чем активнее птички сейчас будут питаться, тем больше усилий они приложат на следующий год по борьбе с вредителями. Что нам, огородникам, конечно, очень даже на руку. Так что пусть клюют. Набираются сил, чтобы перезимовать успешно. И на следующий год дать хорошее потомство.